Слово Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Александра Митрополита Рижского и всея Латвии, организатора и участника Дней русской культуры в Латвии. Дорогие братья и сестры, досточтимые организаторы и участники Дней русской культуры в Латвии, в светлые пасхальные дни приветствую вас древним пасхальным приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе! И сердечно поздравляю вас с праздником наших славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этом году исполняется 1150 лет с начала их проповеди в славянских землях, создания славянской азбуки, с возникновением истинной традиции на славянском языке. О чем проповедовали святые наши учителя? Они проповедовали о воскресении Христова. Они хотели донести весть евангельскую, свет воскресения до людей, сидящих во тьме язычества. Они хотели, чтобы люди полюбили Христа, последовали за Ним. Их благословенные труды имели успех, и предки наши с радостью приняли евангельскую весть на родном языке. Православное христианство утвердилось в славянских землях, а Отечество наше стало Святой Русью, домом Пресвятой Богородицы. Верный своему историческому выбору народ наш хранил многие столетия. Сегодня мы живем во время мощного информационного давления на человека. Нам предлагают самые разнообразные стереотипы мыслей и поведения. Предлагаются они навязчиво и крикливо, в самых ярких упаковках, в самой действенной и дорогостоящей рекламе. Что выберут сегодня люди, особенно молодые? Каким путем пойдут они? И куда приведет их избранный путь? Церковь православная уже 2000 лет учит, что есть только один путь, и истина, и жизнь – это Господь наш Иисус Христос. Лишь следуя за Христом, обретает человек смысл жизни и достигает истинной жизненной цели – спасения своей бессмертной души для вечности. Этим путем следовали многие поколения наших предков. Заветы Христа вошли в историческую культуру нашего народа, культуру глубоко православную, христианскую, воцерковленную, одухотворенную, восхищающую своим величием, красотою, многообразием. Нам всем необходимо помнить это, осознать себя наследниками величайшей христианской традиции, впитать в себя духовность этой традиции, увидеть образ Христа как средоточие русской культуры. Я искренне желаю всем вам, да укрепится в сердцах ваших святая и спасительная вера наша, да будет в помощь всем нам упование на милосердие Божие, да не меркнет в наших сердцах свет истины, свет воскресения Христова. Молитвенное начало проведению дней русской культуры в этот юбилейный год нашей письменности и начало апостольских трудов наших просветителей будет положено в день их памяти, 24 мая в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова. Торжественное богослужение начнется в 8:30 утра, будет совершена божественная литургия, а затем молебен святым Кириллу и Мефодию и крестный ход. Надеюсь, что каждый из вас придет почтить молитвою славянских просветителей. Призываю на вас Божие благословение, митрополит Рижский и всея Латвии.